И вот еще кое-что о Владимире Путине. Надо быть молодым, но зрелым. Так глава государства ответил на вопрос журналистов Bloomberg о том, кто, человек с какими качествами мог бы возглавить Россию после него. Считаете, что эта фраза точно про вас? Тогда зайдите на сайт Life и проверьте себя. Пройдите тест, порядочный ли вы человек с точки зрения Владимира Путина. Будет интересно. Главное, что работа в удовольствие. Сергей Нарышкин рассказал Лайфу, возглавит ли он Государственную Думу следующего созыва. Я иду на выборы депутатов Государственной Думы. Сначала должен решить народ. Да? Да. У вас получится одно место, он решит. Если вы избираетесь, вы хотите быть сами спикером? Слушайте, а дальше решают уже депутаты. Да? Это и то, и другое, видите, решение. Вам ваша работа нынешняя нравится? Очень.